Здравствуйте, я Хуан Хесус. Давайте продегустируем молодое красное вино из региона Риоха-Алавеса. Ладрон де Гевара Ховен. Вино сделано из винограда 95% Темпранильо и 5% Вьюра. Виноград сорта Вьюра добавляется, чтобы как можно дольше сохранить насыщенный цвет вина. Приступим к дегустации. Вино с блестящей кромкой, пурпурного цвета. Еще мы называем этот цвет цветом мантии кардинала, из-за очевидной схожести с цветом одежд кардиналов в Риме. Этот цвет редко встречается в природе. В букете ароматы красных роз и клубники, что характеризует вина из региона Риоха. Во вкусе клубнично, молочно-карамельные и сливочно-йогуртовые оттенки. В послевкусе продолжение букета и яркого вкуса. Прекрасное вино для молодежи, начинающее знакомство с качественными винами. Идеально сочетается с блюдами из бобовых культур. Рекомендуем при температуре 10 до 12 градусов. На здоровье!